Вы находитесь на канале Asmodee Play. Мы играем Call of Duty 2 Front. Дополнение. Ну, кстати, я был прав, 2 Front. Прошу внимания, господа, встречайте Джеймса Дойла, ДОО. Он присоединится к нам для выполнения этого задания. Он был обладателем одного из самых высоких рейтингов в школе ДО в Гилфорде, поэтому вы можете быть уверены в том, что он очень опытен. К счастью, мы спасли его от унылого существования в ВВС в 41-м. Теперь, когда представление закончено, давайте вернемся к задачам, поставленным начальством. Здесь располагается большое число крупнокалиберных береговых батарей, которые угрожают грядущему вторжению на Сицилию, названному «Операция Хаски». Та, что беспокоит сильнее всего, находится здесь, на Капо Моро ди Порко, небольшом полуострове возле Сиракуз. Эти орудия должны быть уничтожены до того, как корабли союзников займут позицию для вторжения. Чтобы это сделать, нам понадобятся ваши особые таланты, господа из САС. На местном рыболовецком судне вас доставят к орудиям. Вы должны будете суметь подобраться достаточно близко, не вызвав подозрений. Орудия находятся в бункере, который фрицы построили под руинами этой старой крепости. Наша задача — проникнуть внутрь, заминировать орудия и склад боеприпасов. Затем, неподалеку от этого места, вы встретите лодку и вернетесь назад к монарху. Ничего себе лодка. Вы все получили свои досье. Внимательно изучите их. Успех вторжения зависит от нашей работы. Бог в помощь. Кстати, вот эти пушки почему-то в многих играх фигурируют про Вторую мировую. Видимо, знаменитые какие-то пушки, которые надо было хреначить. Так, в подготовке к операции Хаски вам дается задание проникнуть на неприятельскую батарею береговой обороны. Так, понятно. Противник охраняется многочисленным гарнизоном. План действия на гражданском уровне. Так, достичь берега, добраться до маяка, проникнуть в форт, эвакуироваться. Капо Моро ди Порко, Сицилия. Хо-хоу, Сицилия! Итальянская мафия. Да. Эти орудия везде фигурируют. В многих играх я их видел. Господа, послушайте. Кажется, что мы наглянули неожиданно. Как только попадем в доки, разделимся на два штурмовых отряда. Дойл, ты возглавишь вторую команду, чтобы уничтожить охрану внутри здания в доках. Первый отряд под моим командованием обеспечит прикрывающий огонь. Вопросы? Гувер, Лютис, снимите этого часового. Из лодки, живо! Вы знаете, что делать! Не вставайте! Замаскируйтесь! А у меня есть оружие? У меня оружия нету. Ну, по крайней мере, я его не вижу. Замаскируйтесь! Ого! Так, оружие-то тихое у меня. Тихо, тихо. Так, что надо сделать? Уничтожить часовых внутри дома в доках. Это нормально, это мы любим. Отлично сработано. Дойл, прежде чем вступить в бой, ты и твой отряд как можно ближе подойдете к этому бункеру. Мы обеспечим прикрывающий огонь. Фишек нету пока никаких, мулек, плюшек. Так, подождите, подождите. Так, винтовку я, да. Вот этот автомат более точный, но с винтовки, правда, в пузо, да, зарядишь и... Возьмите бункер штурмом, бункер и уничтожьте остальную охрану. Ого, бункер штурмом брать. Так. Тихо, 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 отойди. Сейчас я ему наваляю. О. Лезьте в этот грузовик. Люди, за руль.
Так. Гранату взяли. Да подожди ты, подожди, подожди. Надо же вооружиться. Вот почему так-то? Все как-то не продумано, все как-то, не знаю, через жопу, так скажем. Все, залазим. Верно. Как только мы попадем в бункер, то забьем пушки и заложим заряды на склад. Как обычно, берите любые важные документы, которые вы сможете найти. На гребне стоит маяк. Чтобы отвлечь немцев, мы взорвем его и выманим их из форта. Сэр, проклятый грузовик заглох! Черт! Дальше пойдем пешком. Пошли. Стоило ехать-то. В горочку поднялись только. Это прямо здесь, наверху. Давай, давай. Надо было вот фоку переодеться в их. Это по-тихому или как называется? Я тебе бежу. Хитрюга какой. Ветошью прикинулся. Давай, давай. Ух ты, падла. Мы поднимаемся, что, уничтожаем. Так. Осторожно, граната! А где граната? Вау! Ох ты! Ну-ка, дайте-ка я его скину. Умник! Вау, хоть одного скинул, падла. Так. Укрытие. Спокойно. Дайте я спущусь. Тихо-тихо-тихо. А здесь есть, нет, аптечка? Аптечка. Прикройте меня! Эх. Аптечки. Нету. Это плохо. Так. Сейчас минутку подождите, перед тем как перегруппироваться, я хочу вон туда сходить. Так, идем. Тихо. Где у вас тут вход? А входа что, нету? Ладно. Блин.
Так, 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 так. Ладно. Нас не хотят. Ну и не надо. Так, точно нету здесь аптечки-то. Хоть одна на всем складе. Ой, действительно, оказывается, нету. Ух ты, сколько трупов. Мне надо донора. Донора, донора, донора. Нету донора. Че вы такие, че за люди? Угу. Понятненько. Все с вами ясненько. Так. А что мы заминировали, но ничего не сделали? Так и должно быть. Так, 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 так. Ладно, если Дойл правильно установил заряды, этот маяк должен взлететь прямо сейчас. Давай. Раз, они уходят. Ложитесь, парни. Если они нас заметят, там конец. А где они? Во! Лежите! Ладно, давайте поднимемся на эту стену. Тихо, тихо. Дойл, поднимись наверх и уничтожь радиорубку. Мой отряд подготовит для нашего отхода внутренний двор. Так, найти комнату связи. Блин! Так. Бамк. Ложись, граната! Че он? О, какой-то бессмертный, подожди. Нормально. Что-то я чувствую, мне... Не поможет, да, здесь тишина? Ладно. Вау, аптечка! Аптечка! Еще, еще. Еще аптечку. Так, так, так. Нету. Плохо. Надо было лучше подготовиться. Давай. По вам все равно открыли огонь. Кто тут? Внизу что? Ничего. А пока я хожу, вы там, надеюсь, перебили их всех. Очень большие надежды на это питаю. Куда-то рогами-то вперед. Вот оно. Вот аптечки, все. Я доволен. Так. Сейчас мы связь вырубим. Все. На. А куда это вы?
Все на этом, что ли? Вот так вот. Так, ладно. Найдите дорогу вниз ко двору. Ну пойдем. Я думаю, вот здесь вот она будет. Где раньше закрыто было, сейчас откроется. Выходим, девочки. Ты уже здесь? Бункером. Он с какой стороны стоит бункер-то? Пулемет. Пулемет хорош, когда ты лежишь и ни хрена не делаешь. Так, патроны, патроны. Патроны. Так. Что у вас тут полным ходом идет? Что стоит? Кого ждет? Где тут еще один был? Ну. Давайте глянем, что здесь у нас. Сюрприз. Нет. Все нормально, да? Дойл, отведи свой отряд вниз и заставьте орудие замолчать. Помни, бери любые важные документы, которые сможешь найти. Те, кто останутся с нами, будут удерживать форт. Все понятненько. Те, кто останутся с вами, кто останется с вами. Имена, фамилии. Уточнить можно? Ну тихо ты. Такс. Все. Группа подтянуться. Размечтался. Огонь по готовности. Нормально. Так, 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 так. Давай, пойдем. Давай, давай. Будем идти, пока идется. Текс. А кто-то есть? Прикройте меня! Давай, 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 давай. Привет. Да тихо ты, давай, давай. Сейчас как дам, больно. Кто тут есть? В укрытие. Укроемся, давай. Соберитесь на подъемник. Ой, да без проблем. Я его сам расчистил. Получилось? Хорошо. Давай зайдем на склад, взорвем это место и ходу. Ходу. Ходор. Ходор.
Фрицы! Огонь по готовности! Как пионер, всегда готов. Ну ты видишь, что я вас сношу здесь. Так, давайте пока занимайтесь ими. Я посмотрю, что здесь есть. Так. Ну, ни хрена нету. Что здесь есть? Что нашли? Что хорошее? Прикройте меня! Что, замерз прикрыть? Огонь по готовности! Прекрасно. Блин, ладно, маленько по-другому немножко можем сделать. Укрытие. Почему? А, вы отсюда бежите, что ли? Давай, давай. Так. Да. Вот так вот на себя выманиваете, молодцы. Левый фланг. Левый фланг. Все, я там разобрался, давайте, ребятки. В атаку. Ну вперед, давайте. Родина не любит русов. Че, боитесь еще раз такой подлянки, да, со спины нападут? Сам боюсь. Давай сюда зайдем. Нормально. Хорошо мы их уделали. Вот. Вот. Вот в чем-то вы молодцы. Бам! Ой, можно переиграть. Так, уровень, уровень, уровень. И... Загрузить. Так, соберем патроны. Давай-ка с тебя тоже. А себя лучше собирать. А то пол жизни ни за что сняли. Ай-яй-яй-яй-яй. Кого вы там? Прикрой, прикрой. Замерзли. И сюда давай. Куда пошли? Вот так вот. Настрелял ему в пузо. Смотрите, как красиво наша саванна. Итак, все. Это, конечно же, было котенок с улицы Лизюкова. Да. Молодцы. Хвалю. Ну, сюда. Сюда. Давай. Теперь-то уж точно ты первый пойдешь.
Куда идти, сюда? Сюда зачем? Нет, значит туда все-таки. Оп, блин. Вон они. Давайте. Послужите во благо Родины. Больно? Так. Ходим. Ходим, ходим, ходим. Туда идем, сюда идем. Кто что понимает? Давай. Только вы-то где? Хо-хо-хо-хо-хошеньки, хо-хо. Нас на выходе то встречают, хоть нет? Цветы, помпушки. Нет? Плохо. Ехаем. Ну, ехаем. И что, другой рычаг где-то есть? Вернитесь к лифту. Вот так. Что-то неправильно где-то там что-то заедает. Где? Давай, давай. Так, а нам-то сюда надо. Пойдем. Что стоять-то? Кто в кого стреляет? Вы с кем там? Ну? Кого вы, зачем в меня-то? Вы что, во мне врага видите, что ли? Блин, хулиганы выросли. Хорошая убойная сила-то. Куда идем? Мы на машине едем. Со мной на этом мотоцикле. Остальные в эту легковушку. Вы меня задавили. Боже. Ну давай.
Уже все здесь. Че вы там топчетесь? Кто остался? Дойл, со мной на этом мотоцикле. Остальные в эту легковушку. Так, чего все раком бегаете? Так. Да. Вроде еще тот тоже. Как ты ездишь? Ой, забудьте, вниз спустились несколько машин. Так, вот эта штука неубиваемая, я уже пробовал. Так, а мы по другому пути, да? Черт побери! Там будут чертовски хорошие люди! Надеюсь, те проклятые пушки того стоят! Че, они умерли? Ну ладно. Что ж, на этом все. Лучше драться во имя какой-то цели, чем жить без цели. Генерал Джордж С. Паттон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!